В Башкирской республиканской гимназии номер 3 в пятницу принимали гостей. В этот день в образовательном учреждении чествовали заслуженного учителя Республики Башкортостан, ветерана Великой Отечественной войны Хадичу Кензибаеву. Ей исполнилось 85 лет. Неудивительно, что ее пришли поздравить известные писатели республики, среди которых Фарзана Губайдуллина, Закир Акберов, Талгат Шагманов. В зале учителя башкирского языка, для которых она была строгим наставником. Много теплых пожеланий передали от своих коллег. Директора школ номер 13 имени Мухаммеда Искужина и Республиканского политехнического лицея. Музыкальный номер подарил руководитель башкирского фольклорного ансамбля имени Кинзи Арсланова. В свое время Хадича Кензибаева была активным инициатором создания коллектива. Было еще много творческих объединений, которыми она руководила. Это ансамбль кубызистов, драматический кружок и другие. Большой вклад Хадича Гимрановна внесла в дело сохранения и развития башкирского языка, воспитание молодежи, подготовку будущих педагогов. Поэтому ее называют учителем учителей. Она внесла очень большой вклад в преподавание башкирского языка в городе Кумертау. И будет правильным сказать, что именно она первым начала преподавание и была некоторое время единственным учителем башкирского языка и литературы. Поэтому проведение именно башкирской гимназии юбилея Хадисы Гимрановны является не только для нас важным, но и для всего учительства города. В эти дни Хадича Гимрановна принимает активное участие в общественной жизни города, как член Совета ветеранов. Об этом говорил председатель объединения Закир Акберов. Хадича Кензибаева, ветеран Великой Отечественной войны. Кумертауский городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет вас с 85-летием со дня рождения. Вы прошли большой жизненный путь. Более 50 лет своей трудовой деятельности посвятили педагогическому труду, воспитывали у учащихся любовь к родному языку, истории башкирского народа, его культуре, обычаям. Ваш труд отмечен орденом «Знак почета», медалями. Вам присвоено высокое звание «Заслуженный учитель башкирский АССР». Поздравили юбиляры и учащиеся Башкирской республиканской гимназии номер 3. Они представили башкирские танцы, исполнили песни на родном языке и рассказывали стихи. Для обучающихся творческий вечер стал познавательным уроком. Они узнали, как при желании человек может достичь таких успехов.